праздник Пасхи, потому что Христос воскрес, и это для меня начало новой жизни побед, так как вижу реально в жизни влияние и победу Иисуса Христа. Его победа над смертью является моей победой над грехом. Его победа над смертью является моей победой над всякими искушениями жизни. Он превозмог, и мы превозможем, потому что мы в Нем. Он со мной, Он за меня, и Он через меня. Я поздравляю вас с праздником Пасхи. Познайте Иисуса как своего Спасителя. Пусть Он станет вашим личным другом. Пусть Его воскресение будет воскресением вашей души. Для меня один из самых больших праздников, потому что он имеет далекие корни, значит, выход народа израильского из Египта. Это такой духовный образ, как я вышел от греха к Богу, или неверующие люди узнают о Господе и его спасении, и они выходят из этого греховного Египта и находят Господа, находят спасение. Это большая радость на земле и на небе. Вот для меня вот эта Пасха, что можно прославить Господа за его страдания, особенно за его воскресение и его победу. И когда люди воскресят для новой вечной жизни, приходя из мира, это большущий праздник на земле и на небе. Вот для нас это такой праздник Пасхи. Пасха для меня очень много значит, потому что Иисус Христос умер за нас и пролил кровь за нас, чтобы очистить нас от грехов. Мы имеем спасение в крови Иисуса Христа. Имеем прощение, когда мы согрешаем, мы омываемся кровью Христа. Почему мы празднуем Пасху? Ну, потому что Христос воскрес. Празднуем воскресение Христова, радуемся об этом светлом празднике. Возможность возвестить людям о благодати. Спасение через имя Иисуса Христа. Вот так просто. Для меня Пасха – это начало моей вечной жизни. И если бы Христос просто умер на кресте, но не воскрес бы, то не было бы моего оправдания. Вот поэтому я ее праздную и люблю. Кто не просит, где держали на кресте, для меня Пасха является одним из самых волнующих христианских праздников. Я верю, что Пасха является действительно центральным событием в миссии нашего Господа Иисуса Христа. Именно в момент Пасхи, в момент воскресения Иисуса, произошла окончательная победа над грехом, над дьяволом, над всеми силами тьмы. Именно в момент воскресения Иисуса началась новая жизнь верующего человека. И я хочу поздравить всех с этим замечательным, особенным, прекрасным праздником, праздником Пасхи. И пожелать, чтобы те события, которые мы отмечаем в этом празднике, были не только событиями, о которых мы читаем на страницах Нового Завета, но чтобы это было событием твоей жизни, чтобы воскресение Иисуса стало твоим воскресением, чтобы новая жизнь в Царстве Божьем стала твоей жизнью. Да благословит вас Бог. Например, я очень сильно отождествляю себя, свою жизнь, свою семью с этим праздником. Когда-то много лет назад Иисус воскрес именно в этот день. И я вижу, например, что когда Он воскрес из мертвых, то воскрес из мертвых и я для новой жизни. То есть праздник Пасхи – это начало совершенно новой вечной жизни, которую Бог сотворил во мне.
И, конечно, каждый раз, когда я смотрю на распятие, на воскресение Иисуса Христа, я вижу себя со распятым со Христом, и я жду воскресения себя в моем Господе. Лично для меня Пасха – это то, что Господь изменил мою жизнь. В прошлом я был лидером преступной группировки, карточным шулером. Я был неизлечимо болен. Мой ребенок был смертельно болен, его врачи ставили диагноз, что он умрет. Кроме того, я был весь в пороках, я был 7 лет наркоманом, 9 раз я был в коме, и я чуть не умер, просто Бог по милости своей сохранил мне мою жизнь. И моя жизнь, она была полна безысходности и разочарования. Но пришла Пасха Господа Иисуса Христа в мою жизнь, и моя жизнь изменилась сегодня. Я пастор, служу Господу, я посвящен Ему, и моя жизнь, она имеет смысл, и я хочу принести много плода для Царства Божьего. Пасха для меня очень важный праздник, потому что я знаю, что мой Спаситель, Он умер за меня, и Он воскрес на этот день. Тем самым принес мне спасение и мир в мое сердце. Праздник Пасхи для каждого христианина особый праздник. Когда мы говорим «воскресение», это каждый месяц, каждое воскресенье мы уже по-своему празднуем Его воскресение и Его пасхальный день. Но сам праздник Пасхи – это самый большой праздник, который есть вообще в году. Ну, для меня хотя бы даже. Почему? Потому что цена уплочена, и есть так написано в Библии, что на подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Каждый христианин, который подвязается идти за Господом, для него очень дорог праздник Пасхи. И в этот пасхальный день я желаю всем торжественного воскресения в его душе. Если б ты не пришел, кто бы мир удержал от распада, но шукая на несть, нелегко в направлении ада, кто бы с плеч ее снял, Магомед ли, Конфуций ли, Будда ль, я твое милосердие, Господь, никогда не забуду. Если б ты не пришел, на Голгофе кто бы выиграл битву, кто бы смерть победил, расколов гнет греха монолитный, имена исчезают, а ты остаешься единый, созидающий царство любви на угрюмых руинах. Я праздную Пасху, потому что, ну, во-первых, я думаю, что Пасху праздновать можно не только раз в году, ее можно праздновать практически каждый день, потому что жизнь Иисуса Христа, она в нас, Его воскресение, Его жизнь, она каждый день отражается в нашей жизни, по крайней мере, должна отражаться. Вот. И, естественно, да, Пасха – это то, когда мы получили жизнь взамен на наш грех, на смерть, которую мы заработали от Иисуса Христа. И всех желаю поздравить с этим праздником. Нас искупил, Он назвал нас, и назвал нас своими детьми. Достойно есть заплаты за нас, принять славу и честь. Он один достоин. Назвал тебя по имени, своим сыном и дочерью. Ты его достоин, достойна.